В Ульяновской области запустили абсолютно новое мобильное приложение, цель которого – изменить способ доступа посетителей и зрителей к культурным мероприятиям. С его помощью ульяновцы смогут узнать о предстоящих культурных событиях от государственных и муниципальных учреждений, а также приобрести билеты. Уже потребителю не потребуется искать где-то на сайтах информацию, ходить в кассу учреждений. Все в одном месте, удобно, быстро, комфортно и надежно. Приложение запущено под брендом региона и рассчитано именно на жителей и гостей области. Разрабатывалось давно и является одним из основных продуктов интернет-портала «Рамблер». Афиша, консолидированная всего региона, при этом удобная для пользователей с хорошими пользовательскими показателями и качествами, где нет никаких наценок, где пользователи не переплачивают за билеты, а учреждения культуры, скажем так, платят минимальную комиссию за каждый проданный билет. Под проект «Цифровая культура» нацпроекта «Культура» дает расширенные возможности использования цифровых технологий в отрасли. Важно понять, какие проблемы волнуют граждан, как получатели услуг учреждений культуры и как с помощью цифровых систем их можно решить. Полагаю, что наконец-то мы дошли до точки с мобильным приложением, что оно будет рабочим, удобным, востребованным, эффективным, с обратной связью, и все мы получим взаимовыгоду. Пилотная версия приложения была разработана еще в 2021 году, но из-за недостаточности финансирования проект не реализовался. Вы действительно очень продвинутый регион, потому что мы, общаясь со многими регионами, видели, что там до того уровня, который на тот момент был у вас, никто не думал, не доходил, не было никакой концепции, а у вас уже это было на этапе внедрения. Для наилучшего функционирования приложения проведена индивидуальная работа с каждым учреждением культуры. Стратегия информационной трансформации воплотилась в новом портале «Культура-73», оценить преимущества которого ульяновцы могут уже сегодня. Мадина Исмаилова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.